где скоро будет играть в Лиге чемпионов, в футзальной, разумеется. Намалакян. Хороший момент. Руслан Степанюк ускоряется. За спиной защитник бьет Степанюк. Гол! 27-й номер открывает счет этой встречи. Но как так произошло, что за спиной остался оборонец и так легко отклеился от него Степанюк, а после просто не подпустил соперника? Что же здесь делать? И, в принципе, команду не мог. Вот он момент, ну, уже показывает ситуацию, когда наносил удар Степанюк. Симчевич за спиной. Непонятно признать, потому что три оборонца...